честь для российского народа. Дуже дякую. Сакатрело, Гамар! Сакатрело, Гамар! Діло! Слава Україні! Спасибо, друзья! Ну, что я... Держите! Нам сейчас всем нужно быть вместе! Сразу хочу сказать, что такое аннексия Крыма. Это, я как юрист говорю, международное тяжкое преступление. Это первый эпизод. Война против Украины на Донбассе. Это международное тяжкое преступление. Второй эпизод. Путин, серийный международный преступник, он убийца. Он убийца миллионов. Причем убийцы есть разные. Есть те, которые убивают там в окопах, террористы и так далее. И этот убийца, он убивает миллионов при помощи зомбированных людей. Средства массовой информации России. Это оружие массового поражения сознания. Эти телеканалы надо вообще во всех странах отключить. Я вам сразу хочу сказать, как специалист. Вот. И я очень надеюсь... Что Украина в ближайшее время вступит в Североатлантический альянс. Я вышел здесь, в Украине, с флагом НАТО. Я уже 3 акции в Москве провел на поддержку вступления Украины в Североатлантический альянс. Молодец, дай Бог! Слава Господу! Потому что Путин единственной силы боится, и который его останавливает сейчас, от глобального вторжения, как в Украину, так и в Грузию. И это альянс. И я пришел сказать здесь, слава НАТО! Слава! Слава свободным странам! Слава свободным странам! Слава! НАТО наши братья! НАТО наши братья! НАТО наши братья! Слава Украине! Слава нации! Украина! Дуже дякую всім! Спасибо, пан Юрій. Дорогие друзья, сейчас я хочу пригласить господина Вахтанга Сухиашвили